В Ханты-Мансийске торжественно открыли памятник героям-десантникам. Церемонию провели в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня основания ВДВ России. Памятный мемориал посвятили легендарным офицерам воздушно-десантных войск, отцу и сыну Маргеловым. Василий Филиппович Маргелов был первым командующим ВДВ, а его сын Александр стал первым в мире бойцом, кто десантировался из самолета внутри боевой машины БМД-1. На такой шаг до него никто не решался. За этот подвиг его удостоили звания Героя Советского Союза. Добавлю, памятный мемориал установили по инициативе ветеранов десантных войск и войск спецназа Ханты-Мансийска. Отмечу, что постаменты и плитку югорчане закупили и выложили сами. Я очень рада тому, что у нас в Югре был инициирован и удачно завершен еще один народный проект. Это очень важное событие. Здесь что важно? Здесь важно то, что своя идея, свои руки, свое сердце, все свои ресурсы и реализованный проект.